меня зовут Алексей, я из города Долгопрудного. Приехал коллегу Гудвину за знаниями по мануальной терапии, то, чего мне не хватало в моей работе, поскольку я массажист. И я действительно сделал правильный выбор, потому что то, что я получил здесь, имеет для меня большое значение сейчас в моей работе. Мануальные практики, костоправство, которые я намерен применять и дальше в своей работе. Помимо этого, мне здесь вытянули левую ногу, исправили плоскостопие. Я сейчас свободен, могу бегать, ходить, и я доволен и счастлив. Спасибо Олегу, спасибо Академии. Надеюсь, что приеду еще за новыми знаниями. Всем здоровья!